Приветствую всех. Сегодня я хотел бы сделать небольшой обзор приложений, установленных на новый Reader Nook Simple Touch with Glow Light. Большинство приложений Google здесь отсутствуют, такие как Market, Gmail, Reader и так далее. Зато есть Appet Game, FPDA, приложение, которое позволяет отслеживать изменения установленных программ, скачивать APK-файлы и обновлять их, а также смотреть информацию на форуме. Для чтения электронных книг в форматах FB2, EPUB, MOBI, DOC и так далее используем лучшее приложение для чтения Cool Reader. Множество настроек, удобство использования, сноски, настройка стиля и так далее. Детально рассматривать не буду. Перейдем к другим приложениям. Для хранения и синхронизации файлов рекомендую использовать Dropbox. Загружаем Dejavu файл, открываем его в Orion Viewer. Листаем тапом или кнопками. Fora Dictionary поможет подсмотреть значение и перевод слов. В онлайновых словарях или локальных базах данных. Для управления файлами рекомендуется Total Commander, двухпанельный файловый менеджер, очень популярный и достаточно удобный для доступа в интернет. Рекомендую использовать UK Mobile браузер 8 версии. Opera Mini, к сожалению, в новой версии не хочет работать на Nuke. Можно использовать Opera Mobile, но он потяжелее будет, конечно. Заглянем в ящик приложений и посмотрим, что у нас тут еще установлено. Для блокировки рекламы в интернете и приложениях используется Adway. Button Saver отвечает за работу экранных кнопок. Home, Back, меню. Drop Sync позволяет синхронизировать отдельные папки Dropbox'а. Можно использовать другие файловые менеджеры, например, файл менеджер HD. Для хранения паролей рекомендуется KeepAsDroid. Для изменения ориентации экрана Orientation Control. Для перезагрузки быстро или выключения ридера Quick Boot. Quick Peek поможет просмотреть картинки и фотографии. Скриншот умеет делать копии экрана. Супер менеджер — этакий швейцарский нож, который позволяет управлять запущенными задачами, приложениями, очищать память,
управлять файлами, работать с резервными копиями и многое другое. Для развлечения можно использовать игры, например, балда. Или головоломки со спичками. Или другие шахматы, нарды и так далее, в которых анимация не очень тяжелая. Для расчета можно использовать простенький калькулятор. Вот, пожалуй, и все, о чем хотелось бы сегодня рассказать.